Спонсор сегодняшнего обзора – интернет-магазин Checksound. Он является официальным представителем Alphard Sound Technology в городе Майкопе. На данный момент отправка осуществляется по всей России. В этом магазине вы можете приобрести акустику компании Alphard. Ну и также можете заказать проставочные кольца, полиэфирную смолу. Можете заказать установку, настройку аудиосистемы. Те, кто живет далеко, можете заказать с доставкой изготовления подиумов, обшивок, коробов и так далее. Ребята работают довольно-таки уже давно, зарекомендовали себя с хорошей стороны. Ну и я лично знаю этих людей, поэтому рекомендую вступить в группу и заказывать у них. Всем привет, с вами канал Автозвук Своими Руками. И сегодня у меня динамики, которые, я так понимаю, сняты с производства. Но я думаю, что они еще много где есть, их еще можно будет найти, поискать, приобрести. Ну и они попали ко мне в руки, как вы понимаете, и я решил их послушать, распаковать, посмотреть, как они выглядят и рассказать вам. Это динамики на неомоторе. Это у нас NB7 Pro, 7 дюймов, все у нас тут по-английски. Единственное, что я отсюда понимаю, это то, что они 4-омные, что они 130 Вт, максимальная мощность 260 Вт, чувствительность 97 дБ и неодимовый магнит. Ну а также у нас здесь указана резонансная частота 87 Гц, эквивалентный объем 3,5 литра. Выглядит динамик очень солидно, такой подвес серьезный, большая очень пуля. Просто огромная для такого динамика катушка. Я так понимаю, это двухдюймовая катушка здесь. Ну, симпатичный динамик. На самом деле, очень симпатичная у него мордаха. Единственное, что он 7 дюймов, то есть это нестандартный. Под него нужно будет вручную делать кольца, они покупные не пойдут. Сзади у нас литая корзина, своя, эксклюзивная. Неодимовый магнит, какой симпотный. Вентиляции здесь нет, заклеено отверстие там. Скорее всего там, ну я подозреваю, что болт, пуля-то скорее всего прикручена. Пружинные терминалы, где-то по 2,5 квадрата, я думаю 2,5 войдет. Ну полторашка точно залетит. Вшитые подводящие, хорошо проклеено, клея вообще не жалели. Шайба с высокой волной. Ну ход по идее должен быть у динамика. В общем послушаю, посмотрю. Собран качественно. Отлично собран, никаких потеков, ничего, никаких перекосов, косяков, ничего, абсолютно никакого брака я не вижу. Диффузор бумага, подвес ткань, пуля алюминиевая, двухдюймовая катушка. Что тут еще рассказывать? Больше рассказывать нечего. Послушаю, расскажу, как звучат. Все, смотрим дальше. We'll be right back.
играют они громко, приятно и очень широко. Захватывают как низ, то есть 100 Гц, 150 отыгрывают, так и вверх. Вверх забираются очень высоко. Такое ощущение, что пищалки им не нужны. Если у кого-то где-то в магазине попадутся, послушайте. Возможно, что это ваш выбор именно. Возможно, что вам понравится. Мне понравились. Лично мне понравились динамики. И цена такая, я бы не сказал, что прям сильно дорогая. И звук приятный. И внешний вид очень симпатичный. Ну и легкие они. Ну и собраны хорошо. Добротно собраны. Ничего, косяков я не нашел никаких. Хорошие динамики, рекомендую. Если видео вам понравилось, ставим лайк. Если не поставилось, ставим дизлайк. В любом случае, подписываемся. Остаемся с нами. Всем пока. Ну, именно их приятность, вот это вот такой звук приятный, он получается за счет того, что середина именно там, именно тот диапазон, который отвечает за вот эти резкие все звуки, щипки, такие вот, ну я не знаю как назвать, ну верхняя середина, 3-4, между 3 и 4 килогерцами, именно вот там провал у этих динамиков. Получается такой вот мягкий шелковый звук. Я не знаю, как описать, услышите, не услышите, но мне звук понравился. Что-то наподобие как NM6 звук. Вот. Я думаю, из-за того, что пуля здесь стоит, скорее всего, из-за нее такой получился. Звук приятный. Звук приятный и в то же время громкий. В двухполоску, если у кого-то есть вариант купить такой динамик и позволяет бюджет, то очень даже рекомендую. Двухполосочку будет нормально. Последняя их цена, по которой я видел на сайте, у них 8130 рублей. Тут какие-то грили лежат, я не знаю, может быть кто-то забыл. Короче их здесь не было.